Свежий взгляд и прыткий ум. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой наградил победителей конкурса «Бизнес-игр» среди старшеклассников. В этом году по известным причинам церемония прошла онлайн. В таком формате проходила и все этапы мероприятия. Ребята совместно с действующими предпринимателями учились создавать бизнес-проекты. На конкурс отобрали 14 идей. Среди них школа фриланса, магазин оптики, салон красоты для мам и детей и другие. Во время вручения наград лучшим стартапом от одного из наставников поступило предложение в следующем году включить в список призов дополнительные баллы для конкурса на грант главы Сургутского района. Отдельное предложение, действительно спасибо, мне кажется, абсолютно правильно. И со следующего года, Лена Петровна, вы на связи же, да? Давайте подумаем, что вот победителям этого конкурса неплохо было бы дать действительно некие преференции в виде дополнительных, вот как Дмитрий предложил, от 3 до 10 баллов на конкурсе уже реальной грантовой поддержки, когда распределяем реальные деньги. То есть вот участник, финалист и победитель от 3 до 10 баллов.